Вот, какой красивый мальчик пришел. Где ты был целую ночь, а? Расскажи. Где ты был целую ночь? На улице -30 было сегодня ночью, Васька, бессовестный. Мы за тобой переживали. Где там Вася? Рассказываешь? Да, рассказывает. Рассказывает. Да, любит он очень чесаться. Он чесаться любит. Ой, как он любит чесаться. Прям да. Прям да-да-да, люблю очень. Очень я люблю чесаться. Правда, опасно его чесать. Потому что он бестолковый, может иногда царапнуться. Вот такой Вася, да, Вася, Вася. Скажи, тут я Вася, там я Феликс в другом доме. Еще как тебе называют, да, Васька? Но я, скажи, отзываюсь на любые клички. Лишь бы меня гладили, чесали и кормили. Да, и кормили. И да-да, правда, я еще мышей ловлю в подвале, поэтому лапки грязные в песке. Лапки в песке грязные. А мыться-то мы не любим. Да, не любим мы мыться, да. Ой, ой. Он спать хочет и чесаться тоже хочет. Да. Ой, как хорошо. Ой, как вас снимать тебе, конечно, очень, очень неудобно. Лучше тебе просто взять и чесать. Без всяких съемок, да? Да. Ой. Ой. Хоть бы кто его помыл. Мы бы денег дали, да, Вась? За то, чтобы Ваську помыли, да. Если кто умеет котов таких мыть. Да. Ой, 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 ой. Да. Да. Да, такая красота, красота. Такой кайф. Вечный кайф. Вась, ты спать, наверное, хочешь, Васень? Да, не чесаться, а спать. Ой. Вась, плохое видео получается, потому что тебе надо чесать. Чесать надо Ваську, а не снимать. Ва. 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 Так, ладно, Вась, давай, я буду тебе сейчас чесать, а снимать мы тебя будем потом. Все, скажи всем пока-пока. Я пришел. Да, пришел, я пришел. Чешите меня, чешите. Чешите меня. Во, какое, какие усы красивые. Какие брови красивые. Вау. Ой, ой. Ну все, Вась, давай. Сейчас будем тебя чесать. Основательно будем чесать. Давай. Видео заканчиваем.